раз улыбаться. А можешь чуть притормозить? Ты, кстати, классно выглядишь. Я за тобой бежал буквально, знаешь, сломя голову. Какая ты? Какая? А ты так целенаправленная или что-то здесь? Да, я тут жду встречи. Что-то? С мужчиной? Нет. Почему опять нет? Обычно не с мужчиной. Ну а как так, такая девушка, а где мужчина? Слушайте, какие-то шикарные губы просто, вообще просто нереально. Они, мне кажется, даже свои. То есть вот я могу отличить губы, которые воткнуты. Это же свои, да? Ну без прикола. Скажи мне честно, чтобы я разочаровался в женщинах. Подожди, сейчас. Офигеть. Слушай, ну они это, вот видно, когда они не свои, они какие-то водянистые такие, знаешь. Когда они не свои, на них нет просто, трещинок. А вот на верхней тоже есть трещинка, да? Сейчас, я... Не-не-не, у меня чистые руки, все хорошо. Я на верхней посмотрю. Офигеть. Слушай, ну у тебя нереально красивый рот, кстати. Спасибо. Как тебя зовут? Даша. Даша? Во. Дашечка, ты в строгой одежде, я смотрю, да? Я... А можно я? Я не буду тебя раздевать. Хорошо. А, то есть ты здесь где-то работаешь, что ли? Не совсем, я на Пушкинской. То есть у вас там, у меня тут, когда я на дядю работал, у меня всегда были проблемы с этим. Я всегда ходил в этом. А давай чуть-чуть пойдем, с музыкой, я не могу так общаться. Привет, мужик, на связи Шамшурин. И прежде чем ты будешь продолжать смотреть это видео, я хочу пригласить тебя на свой онлайн-тренинг, который будет 5 января. В прошлом видео я уже приглашал на этот тренинг, и, может быть, многим показалось грубоватым. Все подумали, что я там сказал им правду, а правда никому не нравится. Ну, я сказал, что если хотите, оставайтесь в жопе, либо приходите на тренинг. Так вот, ребят, для тех, кому это не понравилось, скажу следующим образом, чтобы это было более мягко. Дорогой друг, я приглашаю тебя к себе на тренинг для того, чтобы ты стал чуточку лучше в новом году. Чтобы ты изменил свою жизнь чуточку в лучшую сторону. А если серьезно, ребят, 5 января стартует онлайн-тренинг. Чтобы записаться на него, кликайте по ссылке, которую вы находите под этим видео. Все, давайте продолжаем смотреть. Ну ты девушка, тебе можно и на дядю поработать. Я просто это... Ну, с другой стороны, на дядю лучше, чем на тетю. А, типа тетя это какая-нибудь змея там и так далее. У тебя, кстати, небольшие глазки, но они почему-то это... Ну, то есть не некрасивые. Бывают у женщин маленькие глазки, как у сама, но они, короче, такие. А у тебя прям такие красивые глаза. Спасибо. С всех сторон. А что у тебя свои брови? А сколько тебе лет? Мне 23. 23. А чем ты занимаешься, в свои 23? Я юрист. Что? Юрист. На дороге стоит. Ты юрист. То есть, а что там, какая практика? Гражданское право или уголовное? Да, гражданское, я договорами занимаюсь конкретно, закупкой. То есть ты смотришь, такая говоришь, это все шляпа, да? Переделываю, да? И так 10 раз. Слушай, а у тебя прям вот, ты загорала или у тебя просто вот в такой вот розовый... Да, но загорала. Слушай, ну у тебя прям как-то вот видно, что розовый. Что делать с тобой? Не, ну мне кажется, вообще прикольно, просто ты вот как бы натянул на себя такую большую шубу, да, и под ней ничего не видно. Да, я просто посмотрю. Не, просто, мне кажется, такая вся изящная. Я ничего плохого не буду делать. Подожди, нет, серьезно, Дашечка. Да. Ты, у тебя ноги, у тебя, знаешь, такие эти штаны, как у Закеев таких. Блин, ну мне нравятся такие штаны. Я, конечно, себе бы такие не купил никогда, да, но вот вообще такие жакейские себе штаны. Когда девушка в них, это очень красиво, особенно вот когда вот... Опа. Сейчас, одну секунду, мы... Можно с вами, да? Сфоткаться. С нами? Да. Да я же, не, я шучу на самом деле. Я думаю, вы просто встали, чтобы подслушивать, о чем мы говорим. Я же глаз зачесался, представляешь? Слушай, и получается, ты сейчас с работы просто по магазинам или что? Ну, с мамой, да, встречаюсь. А у тебя мама? А ты москвичка? Прям родилась здесь.
и мама у меня здесь родилась, и бабушка. Ну, то есть, да, говорят, типа, коренной москвич, это у кого дед там родился или бабушка в Москве. Слышал, вообще пипец. Ну, бабушка родилась, дедушка нет, дедушка не из Москвы. Дедушка как бы подсел на хвост, зашла и улетела. А, Дашечка, да. Что делать с тобой? Не знаю. А что бы ты хотела, чтобы я с тобой сделала? Вообще без понятия. Ну, я не знаю, но вот как бы сама что думаешь? Вот я, знаешь, я понимаю, что женщина должна там как бы, ну, не, мужчина должен проявлять инициативу там и так далее, но суть в том, что иногда хочется, чтобы женщина ее проявила. Я вообще не из тех женщин. Что мы можем сделать? Не из тех женщин, которые проявляют инициативу. Не, ну хорошо, то есть, ну мы можем что, можем чаю попить. Ну, как-нибудь, да. Это в этом году случится? Я боюсь, что нет, потому что я на следующей неделе прям в понедельник улетаю. Отдыхать? В Мюнхен. Куда? В Мюнхен. Офигеть. Ну, у меня просто день рождения, мне мама делает такой подарок, она меня везет как раз на неделю, там будет Рождество, и, в общем, там прикольно. Слышно, у тебя голос такой тихий прям. Да, ну, есть такое. А когда ты прилетишь? Я прилечу уже 7 или 8, я точно не помню. Слушай, ну давай так, если ты, конечно, там замуж за немца не выйдешь за это время, мы с тобой можем увидеться числа там 8, 9, 10. Ну, давай, да. Мне так нравится себя за руку держать вообще. Я просто не помню точно, какого прилетаю, но скорее такие всего. Такие теплые, влажные ручки такие. Потому что очень жарко, просто сейчас, здесь. Стой. Сейчас. Блин, офигеть, какие они теплые. Слышь, вообще такие классные. Вот ну, а у женщин должны быть такие руки. Да? Да. А что, они бывают не такие? Офигеть. Мне кажется, у теплокровных людей сейчас. Не всегда такие. А нет, вторая должна Мне нравится, когда вы, знаешь, вот когда вот так вот да. делают, да. Офигеть. Они еще пахнут здоровски. Давай, короче, сделаем так. Мисс, как эти штаны называются? Мисс конские штаны или какие? Давай, тебе когда позвонить? Ну, числа 9-го, наверное. Ну, а ты вспомнишь вообще про меня? Да. Уверена? Не, я могу не звонить, как бы, я просто не люблю навязываться. Нет, я без напряга. Без напряга. Давай я тогда наберу. Секундочку. Давай ты сама сейчас. Давай. У тебя прям ручки трясутся. Я надеюсь, что я в этом не виноват, что у тебя так. Волнуешься или что? Сейчас я позвоню, чтобы ты понимала, что это я. Не, ну мне нравится вообще такая какая-то прям хорошая, добрая. С ушками. А где сережки-то? Я не люблю работу. Меня Вова зовут. Тебя Даша зовут. Дашечка, тебя с наступающим там. Сейчас, секундочку. Не-не-не, я не заберу твою сумку. Стой. Сейчас. С наступающим тебя. Сейчас. Наступающим тебя Новым годом. Спасибо. Вот, и, не знаю, всего тебе хорошего. Спасибо. Новым годом. Самое главное, с наступающим днем рождения. Что? А, ну еще и днем рождения. То есть тебе будет... Немного, у меня череда праздников. Тебе будет 24. Да. Ты стрелец. Козерог. А, уже козерог. Я тоже козерог. Да? У меня в январе день рождения. Какого? 19-го. Дашечка. Да меня можно обнимать. Вообще, не, подожди, а скинь. А если между прочим, вот ты спросил, чем я занимаюсь, а да. Я не спросил, чем я занимаюсь. Ну, я думал, тебе не интересно мне просто. Мне интересно. Но я людям помогаю. Да? Да. Ну, я тебе расскажу при встрече. Я просто люблю без пальто обнимать. Ну, все, давай тебе сейчас офигенного. Я надеюсь, до первого раза сам. Достаточно. Конечно. Нет, сейчас до второго и достаточно. Все, я нет, покажу. Нет, мне кажется. Ну вот видишь, никто не умер от этого. Давай, Дашечка, тебе обалденного дня и вечера. Пока. Вот, да.